Да, пожалуй, самый странный навык, который я когда-либо приобретал, это настраивать пианино. У меня дома стоит этот инструмент, на котором я очень часто любил поиграть, но меня смущало, что несколько клавиш все-таки на нем было расстроено. Я какое-то время жил с этим, пытался обходить неприятные ноты, но в какой-то момент решился, купил себе ключ для настройки и, не читая вообще никаких инструкций, сел крутить колки. И это оказалось не так сложно. Можно сказать, что фортепиано — это клавишно-струнно-ударный инструмент. Под крышкой находится 87 молоточков, которые при нажатии на клавиши ударяют сразу по нескольким струнам. И тут алгоритм настройки тут чуть сложнее гитары. Берешь тюнер, дергаешь за струну и с помощью специального ключа настраиваешь ее натяжение, чтобы при нажатии на клавишу играла чистая нота. Но в отличие от гитары, тут не 6 струн, а примерно 217.